так случилось. Ты главное с этим кейсом, чтобы он там... Нет, это я, вот это я уже прокатывил. Ой, пожалуйста. Сила. Слышишь? Я говорю, это дело мне уши прожужжало еще весной, перед тем, как это... Я стою на эту полосу, препараты ведёшь, он по ушам. А как тут, а как это, я ему рассказывал? Всем привет, особенно Радику, там, Гитлерюгант, всех нашей тусовки, привет. Славику Теребусику, огромнейший такой, блядь, приветнейший, привет. Радик, Мастерчуку, Саша. Редо, страшнейший, Редо вообще скотина, потому что они звонят, блядь. Саша Мастерчуку, огромный привет. И, блин, ну как приедет, пусть уже хоть зайдет, позвонит хотя бы, блин. Уже не местный уже. Да, не проездный. Приедет. Там, я думаю, что вряд ли больше появится. Это именно приеду по радио была именно такой программа. Вовчик, давай будем собираться, да, уже. Вовчик, Радик вот обещал там. Радик, я никогда не забуду, как я приехал к тебе, как мы жарили шашлык на кирпичах, прямо у тебя в огороде. И как... А что, в Германии есть кирпичи тоже, да? Район такой, кирпичи. Да, 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 есть вот. Как Рима выкатывала все, я очень хочу туда, к тебе приехать, но не больше, чем на один день, потому что Родина – это самое дорогое, что есть у человека. И вы должны это запомнить. Если вы это запомнили, Малявская дача вас всегда ждет. Там шашлыки волнуются, Днестр, жабы квакают и коровы мычат. Приднестровье, мое, милый мой край. Ну, что? Ну, вы обсудили ситуацию? Да.